В больнице Луганска доставили гуманитарную помощь из Саратовской области. В первую партию груза вошли лекарства и средства первой медицинской помощи на сумму более 1 000 000 рублей. На следующей неделе планируют отправить вторую партию. В нее войдет дорогостоящее оборудование и хирургические инструменты. До Луганска добровольцы добрались спокойно. По их словам, гуманитарная помощь пришлась кстати, поскольку в больнице ежедневно привозят раненых.